оппонентом по докторской диссертации Марчука. Потом наоборот. Ну, естественно, с такого специального юридического разрешения ВАКа. И он, так сказать, вот, будучи таким выдающимся и всем известным специалистом, но не имеющим еще докторской степени, он кандидатом и был оппонентом по докторской диссертации. Но при этом он замолгал, правда, и потом Марчук, уже будучи доктором, был у меня оппонентом.